Стенка на стенку. Подростки устроили массовую драку. Все произошло у стадиона «Медик» на западе Москвы. Две группы ребят встали по разные стороны, но в один момент стали активно надвигаться друг на друга. Затем приступили к самой борьбе. Ну, все происходящее было запечатлено на видео. Сделали это очевидцы. И, по их словам, всего в драке участвовали более 50 человек. Ну, к счастью, никто серьезных травм не получил. Но что не поделили подростки, пока остается загадкой.